увидеть и желает меня, которая им жила, тоскуя и страдая. Я снисхождения не прошу, я признаю себя виновным. Судите же мне, я прошу, а то и так уж сердцу больно. У государя в коридоре стоял часовой. Я снисхождения не прошу, я признаю себя виной. Судите, суди, я прошу. Финис подходит к нему и говорит: солдат. Тот говорит: чего? Ты наш язык знаешь или нет? Солдат говорит: знаю. Какой же, говорит он? Солдат говорит: такой же красный, как и у меня. А то и так уж сердце больно. Когда вымыл руки-ноги, вымыл тазу и приказал вылить во двор. Меня, которая их им жила, тоскуя и страдая. Но, дорогие, тирари, тарарати, вот они с принцем между собою разговаривают. А солдат сидит, слушает. Королевна ему говорит принцу: вот вы ко мне сегодня в 12 часов являйтесь. Вот под такое-то окно и царапайте. А я отворю окно и спущу вам лестницу. Солдат все это дело слышал. Да. И попрощались, и уехали. Королевна на свое место, а принц на свое. Солдат, не будь дурак, собрался сейчас в собранию, оделся и пошел. Когда подходит под окно королевне и царапнулся, та услыхала и думает, что принц. Отворила окно и спустила лестницу. Солдат влез, королевна его спрашивает: что, душечка, огня поди надо вздуть? Он говорит: нет, ни для чего не надо, то зачем вы меня пригласили, затем я и пришел. Да, королевна сейчас согласна, и вот они легли на койку и сделали то, что им было нужно. Вот. Сделали. Тем временем явился принц. И вот постучал в окно. Королевна спрашивает: кто это там стукает? Солдат ей говорит: не паршивый ли этот солдатишка? Дай-ка его этим тазом дерну. Схватил таз и бросил в окно, и прямо попал принцу в лоб. И на лбу его всплыл булдырь. Принц был таков, да нет, убрался назад. Убежал. Солдат и говорит королевне:
что ж, душечка, мне теперь нужно уезжать? Королевна говорит, ну что ж, можете? Солдат ей говорит, что же, ваше высочество, вы позвольте мне знак какой-нибудь? Она и говорит, да какой же я вам знак-то дам? А вот позвольте хоть, говорит, свое колечко. Да, та с удовольствием, говорит, снимает с пальца кольцо и подает ему. Солдат надевает на свой палец, попрощался и ушел. Да, приходит в свой номер и ложится спать. Так же и во второй-то вечер является королевна и принец. Когда приехал принец, опять заказывает дюжину пива. Когда хозяин приносит дюжину пива, а солдат заказывает полторы. Да и попросил таз, вымыл руки-ноги, приказал вылить. Те начали выпивать пиво. Королевна принцу и говорит, увидала на лбу его булдырь, рог, этот самый. И это, говорит, это что же, дочка, у вас такое, это... Принц ей и отвечает, да, сегодня был на учении и упал с лошади, лоб себе зашиб. Когда они распили пиво, тогда королевна ему и говорит, ну, сегодня опять являйтесь в 12 часов ко мне. Принц говорит, хорошо. Затем попрощались и уехали. Солдат опять того же часу собрался, пошел, приходит под окно, опять стукнул, она отворила окно и спустила лестницу. Да, вот влез в комнату и пошло у них по-старому. Принц тот раз опять под окно постукался, она его и спрашивает, кто там опять? Он и говорит опять одно и то же. Солдат кричит. Да не паршивый ли это солдатишка? Подходит к окну и говорит, что тебе надо? Кто такой ты? Принц испугался только, дай бог, ноги унеслись бы. Когда принц ударился от окна, солдат и говорит, ну, душечка, и мне домой надо. Она говорит, так что ж, можете, а позвольте мне, говорит, значок. Она говорит, а что ж вам нужно? Ну, позвольте, говорит, свои часы. Она снимает свои часы и отдает солдату. Солдат попрощался, уходит, подходит к квартире, ложится на отдых спать. Приходит третий день. Настал вечер. Опять являются королевный принц. Принц опять попросил дюжину пива, а солдат сидит, молчит. Когда они начали выпивать, то принц говорит королевне, должно быть, солдат прогорел сегодня, не берет пива. Королевна и говорит, да налить ему стакан, подать, пускай выпьет. Принц наливает стакан и говорит, что, солдат, пиво пьешь? Солдат отвечает, подашь, да-ка выпью. Иди пей, говорит. Солдат встает с койки, подходит к столу и берет стакан. Когда берет стакан, королевна тогда увидала свое кольцо на его пальце. Солдат выпил и ставит стакан. Королевна и говорит, что же это у тебя, служивый, золотое или нет кольцо? Солдат отвечает, да, золотое. Королевна и говорит, ну-ка покажи сюда. Солдат снимает с пальца и подает ей кольцо. Королевна посмотрела. Да, да, говорит, хорошее кольцо. Потом взглянула на стену и увидал часы. Да у тебя часы есть, говорит. Да, говорит, есть. Ну-ка покажи, говорит. Солдат снимает и подает ей часы. Королевна посмотрела и видит собственные ее часы и говорит, да, говорит, хорошие часики. Отдает солдату назад и говорит принцу, вот мне сегодня некогда, надо уезжать домой, попростилась с принцем и отправилась. А принц ушел.
Когда выехала на улицу и принц уехал, приказала она кучеру заворотить назад. Заворотились и зашла опять в гостиницу, в этот же номер. Да говорит солдату: «Как же ты мог это сделать?» А солдат отвечает: «Ну как же я вам могу это же делать, когда я слышу, что вы разговариваете? Так у вас же принц спрашивал, знаете ли вы наш язык, и вы ему сказали, что такой же красный, как и у меня?» Он ей говорит: «Да он принц, да дурак, язык обыкновенный у каждого человека красный. Он бы спросил, знаешь ли ты разговор наш? Я бы ты же ему и сказал. Я, говорит, сам был первый генерал во дворце, а не солдат, и обучен на все языки, и могу разговаривать с каждым». Она говорит: «Когда умели это сделать, имейте меня и взять». Солдат ей отвечает: «А я затем и приехал». И вот они условились, что ежели через 3 дни она может все собрать, это свое имущество, а ему, чтобы везде были лошади готовы, задорожней, чтобы не было. Вот так. Через 3 сутки она собралась, а он заготовил лошади, чтобы были везде готовы к проезду их. Вот через 3 сутки он нанял легкого биржевого и подкатил ко дворцу. Точно так же под это окно она спустила все это имение свое и спустилась сама. Вот она села в карету, покатились по городу. И вот благополучно доехали до Петербурга и въезжают прямо во дворец. Да, вот доложили государю, что приехал такой-то солдат. Государь вышел, смотрит: да, наверное, приехал солдат и привез дочь французского короля. Когда государь встретил их и говорит: «Когда ты был солдат, теперь я будь генерал». Вот пир пирком и свадебка, и нынче живут благополучно.